Здравствуйте, уважаемые одиннадцатиклассники! Сегодня на нашем уроке у нас речь пойдет о двоеточии. Двоеточие – это не самый древний знак русского языка. Раньше он имел другое значение. В церковно-славянской письменности он использовался в качестве сокращения, например, да, в качестве многоточия. Те черты, которые он приобрел вот в нашем современном языке, он начинает приобретать примерно с середины 16 века. Сегодня на уроке мы с вами поговорим о том, когда, в каких случаях используется двоеточие в современном русском языке. Мы потренируемся с вами правильно ставить двоеточие в тех предложениях, где это нужно, в простых и в сложных предложениях. Итак, мы можем начинать. Посмотрите, пожалуйста, на это предложение. Утром все стало видно. Дом, высокие деревья, кусты смородины. В этом предложении уже есть двоеточие. Наша задача подумать, почему оно здесь поставлено. Я надеюсь, вы увидели, что в этом предложении есть однородные члены предложения, дом, деревья, кусты, и есть обобщающее слово «все», которое находится перед однородными членами предложения. И, соответственно, мы вспоминаем наше правило. Если в предложении с однородными членами идет сначала обобщающее слово, а потом однородные члены предложения, то мы после обобщающего слова ставим двоеточие. Вот перед вами схема. ОС – это обобщающее слово, и О – это однородные члены предложения. Таким образом, постановка запятой выражена у нас на схеме. Теперь давайте посмотрим на следующие два предложения. В тихой синеве рассвета открылась передо мной древняя земля, вершины гор, освещенные зарей, шумящие по гальке прозрачные речки, чинары и магическое свечение неба там, вдали. В этом предложении, надеюсь, вы увидели, тоже есть однородные члены предложения и тоже есть обобщающее слово «земля». Поэтому мы ставим двоеточие. Для того, чтобы не ошибиться, как проверить, в правильном ли месте вы поставили двоеточие, помните, что вместо двоеточия мы обычно можем подставить «а именно». Открылась передо мной древняя земля, а именно, что открылось? Вершины гор, речки, чинары и так далее. Второе предложение чуть-чуть отличается от первого. Чем? Здесь тоже есть и однородные члены предложения, и обобщающее слово «все», да? «Все». И подлунные холмы, и темно-красные клеверные поля, и влажные лесные тропинки, и закатное пышное небо. Вот у нас обобщающее слово, однородные члены предложения. Но особенность этого предложения в том, что оно еще продолжается после этого, да? И поэтому мы в таком случае вспоминаем, что ставим тире и продолжаем предложение дальше. «Весь окружающий меня мир казался мне прекрасным». Также посмотрите на следующее предложение. Благодаря нему мы с вами вспомним вот что. Что иногда в предложениях с обобщающими словами используются слова «как-то», «а именно», «например». В таком случае двоеточие ставится после этого слова. Как, например, здесь. Гости говорили о многих приятных и полезных вещах. «Как-то» двоеточие о природе, о собаках, о пшенице, о чепчиках и жеребцах. Здесь в данном случае слово «как-то». Также, еще раз напоминаю, может использоваться слово «например» и слово «а именно». Второй случай, когда ставится двоеточие в современном русском языке, это прямая речь. Вот перед нами отрывок из песни о Марка Максима Горького. «И дни ходит Марка, и ночи в лесу над рекою Дунаем, все ищет, все стонет, где фея? Но волны смеются, не знаем. Но он закричал им, вы лжете, вы сами играете с нею». Внизу вы видите схемы этих трех предложений с прямой речью. Во всех трех случаях у нас в начале идут слова автора, а затем прямая речь. И мы с вами помним еще с 5 класса, что в этом случае мы после слов автора ставим двоеточие, а затем в кавычках с большой буквы пишем прямую речь. Причем прямая речь может заканчиваться как на вопросительный знак, на восклицательный знак, тогда она находится внутри кавычек, а если заканчивается точкой, то тогда точка ставится за кавычками. Я надеюсь, вы это хорошо помните. Некоторую сложность может представлять предложение вот такого вида, как сейчас на слайде. Изумительно воскликнул непрошенный собеседник и, почему-то воровски оглянувшись и приглушив свой низкий голос, сказал: «Простите мою навязчивость, но я так понял, что вы, помимо всего прочего, еще и не верите в Бога». Предложение из романа Булгакова «Мастер и Маргарита». В чем особенность этого предложения? Посмотрите. Внутри прямой речи находятся слова автора, да? И в этих словах автора есть два глагола со значением высказывания. Вот первый глагол «воскликнул», он относится к первой части прямой речи, а вот второй глагол «сказал», и он относится уже ко второй части прямой речи. В таком случае мы с вами после слов автора, первую часть пишем как обычно, да, после слов автора ставим двоеточие и тире. Двоеточие и тире идут подряд. Вот такие тоже случаи бывают, и тоже о них нужно знать. И последний случай, когда употребляется двоеточие в современном русском языке, это двоеточие в бессоюзном сложном предложении. Но здесь нам придется разобрать несколько случаев. Обратим внимание на слайд.
«Я предал все. На шумный круг друзей я променял священный шум Дубравы». Или «Вот мои условия. Вы нынче же публично откажетесь от клеветы и будете просить у меня извинения». Почему между первой и второй частью предложения стоит двоеточие? Потому что вторая часть бессоюзного сложного предложения раскрывает содержание первой части. В таком случае вместо двоеточия мы можем подставить с вами «а именно». «Я предал все, а именно что? В чем это заключается? На шумный круг друзей я променял священный шум Дубравы». Это первый случай в бессоюзном сложном предложении. Второй случай, когда ставится двоеточие в бессоюзном сложном предложении, это когда вторая часть бессоюзного сложного предложения указывает на причину того, о чем говорится в первой части. Например, над Герасимом, однако, глумиться не все решались, он шутить не любил. Здесь вместо двоеточия мы можем подставить слово «потому что» или слово «так как». Над Герасимом, однако, глумиться не все решались. Почему? Потому что он шутить не любил. Да? Или «Науку надо любить, у людей нет силы более мощной и победоносной, чем наука». Слова Максима Горького. «Науку надо любить». Почему? По какой причине? Потому что мы можем подставить «потому что» или можем подставить «так как». Третий случай, когда в бессоюзном сложном предложении ставится двоеточие, это когда в первой части бессоюзного сложного предложения содержатся такие глаголы, некоторые из них вот тут перечислены. «Видеть», «слышать», «знать» или глаголы «оглянулся», «прислушался» и так далее. В таком случае мы вместо двоеточия можем подставить слово «что» или можем подставить сочетание «и увидел что» и «услышал что». Давайте разберемся с этими предложениями. «Вдруг я чувствую, кто-то берет меня за плечо и толкает». Вместо вот этого двоеточия мы можем подставить слово «что». «Вдруг я чувствую, что кто-то берет меня за плечо и толкает». Во втором примере Обломов оглянулся, перед ним наяву стоял настоящий действительный Штольц. Здесь мы можем подставить выражение «и увидел что». Обломов оглянулся и увидел что? Что перед ним наяву стоял настоящий действительный Штольц. Вот здесь мы с вами определили, почему стоит двоеточие. Обратите внимание, что иногда в первой части бессоюзного сложного предложения могут быть слова «так», «таков», «такой», слово «одно» может быть, конкретное содержание которых раскрывается во второй части. В таком случае тоже двоеточие ставится после этого слова. «Обычай мой такой, подписано так с плеч долой». Вот слово «такой», двоеточие стоит после него. Вопрос для Кутузова теперь состоял только в том, неужели это он допустил Наполеона в Москву. Здесь выделено вот слово «том». Вот такие случаи тоже могут нам встретиться. А теперь мы с вами потренируемся закрепить изученный материал с помощью выполнения задания 21 формата ЕГЭ. Найдите предложения, в которых двоеточие ставится в соответствии с одним и тем же правилом пунктуации. Перед вами отрывок из произведения Тургенева «Первая любовь». «За обедом матушка осведомилась у дворецкого о том, кто были наши новые соседи, и, услыхав фамилию княгини Засекиной, сперва промолвила не без некоторого уважения». Двоеточие тут, видите, уже выделено. «А, княгиня», а потом прибавила. «Должно быть, бедная какая-нибудь». Отец холодно взглянул на нее, она умолкла. Действительно, княгиня Засекина не могла быть богатой женщиной. Нанятый ею флигелек был так ветх, мал и низок, что люди, хотя несколько зажиточные, не согласились бы поселиться в нем. Впрочем, я тогда пропустил это все мимо ушей. Княжеский титул на меня мало действовал. Я недавно прочел «Разбойников» Шиллера. Итак, вот перед нами 5 предложений. Я думаю, пока я читала, вы уже успели их немного проанализировать, сделать какие-то выводы. И таким образом давайте разберемся, почему везде стоят двоеточия. Да? В первом предложении это двоеточие при прямой речи. Да? Как раз-таки тот самый случай, когда мы с вами разбирали двоеточие, здесь двоеточие тире. Во втором случае перед нами бессоюзное сложное предложение. Да? Отец холодно взглянул на нее и увидел, что подставляем мы. Она умолкла. В третьем случае княгиня Засекина не могла быть богатой женщиной, потому что, подставляем, да, вторая часть выражает причину того, о чем говорится в первой, потому что нанятый ею флигелек был ветх, мал и низок. И в пятом предложении княжеский титул на меня мало действовал, почему? Потому что я недавно прочел «Разбойников» Шиллера. Таким образом, мы делаем вывод о том, что в третьем и в пятом предложении двоеточие стоит в соответствии с одним и тем же знаком препинания, в соответствии с одним и тем же правилом, извините, значение причины во второй части бессоюзного сложного предложения. Если у вас получилось, значит, мы хорошо сегодня поработали, но, конечно же, это не означает, что над этой темой не нужно работать, вам нужно закрепить ее с помощью домашнего задания. Домашнее задание я вам рекомендую выполнить с помощью сайта «Решу ЕГЭ». Задание 21. Выполните, пожалуйста, 5 заданий,
чтобы вы могли определить правила постановки двоеточия в каждом случае. На этом наш урок закончен. Благодарю за внимание. До свидания. Здравствуйте, уважаемые одиннадцатиклассники. Сегодня мы с вами посвятим время геометрии. Наш урок сегодня будет на тему «Объемы теловращения». В двух словах расскажу вам, как легко сравнить объемы двух известных нам тел, например, цилиндра и конуса. Если возьмем и рассмотрим цилиндр, то у цилиндра два основания, совмещаемых при параллельном переносе. И чтобы заполнить его водой, достаточно знать площадь основания и толщину слоя воды. Если мы умножим площадь основания на высоту, на толщину слоя, получим объем. А теперь представьте, что верхнее основание мы соберем в точку. Вот верхнее основание превратилось в точку. Мы можем это сделать элементарно, превратив радиус этого основания в ноль, устремив его к нулю. Тогда нижнее основание остается тем же, высота остается тем же, и объем сразу уменьшается в три раза. Итак, для запоминания, цилиндры – конусы или цилиндрические поверхности – конические поверхности. Объем сразу в три раза уменьшается. Достаточно вспомнить простую ситуацию жизни. Два брата купили мороженое, рожок, как сейчас широко рекламируются всякого рода вкусные вещи. И среди братьев в данном случае спора не возникло, потому что младший изголодался и захотел съесть первым часть мороженого. Но происходило все на улице. Старший уступил младшему. Младший сказал: «Я первый съем свою половинку». Ну, что такое половинка по-детски, мы понимаем. Вот наш рожок. Младший брат взял рожок в руки, пальцем отметил себе серединку и съел верхнюю половинку. После чего старший брат доел остальное мороженое. Вопрос, поровну ли они съели, кто остался более довольным. Если задать этот вопрос напрямую, то и ответа сразу правильного получить, в принципе, нельзя, если не задуматься. Давайте рассмотрим справочный материал, который нам сегодня понадобится. Значит, объем конуса. 1/3 площадь основания на высоту. Актуальным является площадь основания и высота. Рассмотрим нашу задачу. Изображу более геометрический конус. И возьмем серединку высоты. В данном случае мы видим два подобных треугольника. Оба треугольника прямоугольных. Пусть радиус верхнего основания R1, радиус второго нижнего маленького конуса, который остается, R2. Высоты также обозначим H1 к H2. В силу подобия треугольников высоты относятся так же, как и радиусы. В данном случае 2:1. Рассмотрим отношение объемов первого и второго конусов. Используем формулу 1/3 площадь основания на высоту первого конуса на 1/3 площадь основания высоту второго конуса. Площадь основания, справочный материал, каждый должен хорошо помнить, это площадь круга. Площадь круга считается πr квадрат, где r – радиус. Подставим. В данной дроби сразу можем сократить 1/3, величина постоянно одинаковая. Расшифровываем площадь основания. πr1 квадрат на h1. πr2 в квадрате на h2.
Также сократим число π, константу, неравную нулю. И выделим квадрат отношения радиусов. Как и отношение высот. Подставим числовые значения. Радиусы относятся 2 к 1. Высоты также 2 к 1. После возведения в степени перемножения мы имеем отношение 8 к 1. То есть объем большого конуса 8 раз больше объема маленького конуса. Ну а теперь вернемся к случаю с мороженым. Во сколько раз объем съеденного мороженого младшим братом больше объема съеденного мороженого младшим братом? Вполне очевидно, что весь большой объем состоит из 8 маленьких конусов. Отнимаем один конус, значит, младший брат съел 7 маленьких конусов. То есть он съел в 7 раз больше. Хотя, казалось бы, оба брата остались довольными. Жизнь учит многому, особенно если будем знакомы с геометрией, которую вот мы сегодня сейчас начинаем с вами повторять. А эта тема и новая, и важная для будущих наших экзаменов. То мы сможем точно отвечать на различного рода каверзные вопросы. Берем конкретные задачи. Первая задача. В цилиндр вписан конус. Высота цилиндра равна радиусу основания. Я кратко буду записывать условия. Итак, в цилиндр вписан конус. Обозначу радиус, обозначу высоту, как условие. Они равны. Значит, по условию радиус равен высоте. Также площадь боковой поверхности цилиндра. Боковой поверхности цилиндра 8 корней из 2. Площадь боковой поверхности конуса. Решение начнем. Со справочного материала. Итак, площадь боковой поверхности цилиндра 2πrh, где r – радиус основания, h – высота или длина образующей цилиндра. Площадь боковой поверхности конуса πrl, где L – это длина образующей конуса. Я вынесу на чертеж вот сюда длина отрезочка вот этого L. Дальше можно использовать разные приемы. Пытаться взять числовое значение из условия, выражать какие-то величины, идти навстречу со стороны конуса, вдруг повезет. Я предлагаю метод очень надежный – это создать отношение площадей. Отношение площадей цилиндра и конуса. Используем формулы 2πrh делить на πrl. В данном случае сразу же число π сократим. Радиусы у цилиндра и у конуса одинаковые. Тоже их сократим. Покажу сокращение. По единичке останется. Остается 2h делить на l. Две величины, на первый взгляд, они ничем не связаны, но стоит внимательно присмотреться, и мы видим прямоугольный треугольник. Для прямоугольного треугольничка можем использовать теорему Пифагора. Это тоже справочный материал. L квадрат равно h квадрат плюс r квадрат. Квадрат гипотенузы равен сумме квадратов катетов. По условию h равно r,
так как H равно R, то L квадрат, ну, у нас есть выбор, либо оставлять радиус, либо оставлять высоту. Но так как я оставил здесь высоту, то мы выразим образующую через высоту. Значит, H квадрат плюс H квадрат. Это будет 2H квадрат. Отсюда, извлекая корень квадратный, имеем L равно H корней из 2. Подставляем формулу отношения (2H) делить на H корней из 2. Сократим H. Вместо площади поверхности цилиндра подставим число 8 корней из 2 делить на площадь боковой поверхности конуса равно 2 делить на корень из 2. И отсюда выразим спокойненько площадь боковой поверхности конуса из пропорции S с индексом k равно 8 корней из 2 умножить на корень из 2 делить на 2. Перемножив корни, сократив двоечку, мы получаем ответ 8. Рассмотрим сразу в эту тему парочку задач. Первое. Объем цилиндра 45. Дано. Объем цилиндра 45. Опять же, единицы измерения не пишу по договоренности с вами. У второго цилиндра высота в 2 раза больше. То есть сразу используя индексацию, которую ввели в предыдущих задачах, H2 к H1 относится как 2 к 1, а радиус основания в 3 раза меньше. То есть R2 к R1 1 к 3. Найти объем второго цилиндра. Кратко, найти объем второго цилиндра. Пользуемся гармонично тем, что мы научились делать, отношением объемов. Объем первого цилиндра к объему второго цилиндра. Используем справочный материал. Объем цилиндра – это площадь основания умножить на высоту. Площадь основания сразу же – это площадь круга πr квадрат на высоту. Работаем. Итак, пи r1 в квадрате h1 на пи r2 в квадрате h2. Сократив пи и выделив квадрат отношения радиусов и подставив сразу числовые значения, отношение радиуса, будьте внимательны, здесь у нас первый индекс ко второму. Значит, первый ко второму 3 к 1 в квадрате умножить отношение высот, опять первый ко второму индексы 1 к 2. Получаем объем первого конуса к объему второго конуса 9 к 2. Что ищем в задаче? Ищем объем второго конуса, если известен объем первого конуса. Отсюда, как элемент пропорции, неизвестное среднее, выражаем. V2 равно V1 умножить на 2, делить на 9. Как видим, ничего сложного. Досчитываем 45 умножить на 2, делить на 9. Или объем второго конуса 45 поделили на 9. Не вздумайте умножать раньше времени. Зачем? Поделим на 9, остается 5. И 5 у 2 будет 10. Объем второго конуса найден. Радиус мы не знаем, высоту мы не знаем, это и не нужно. Главное воспользоваться отношением объемов, чтобы из одного получить второй. Несложно, как видите. И еще одна задача. В эту же тему сразу рассмотрим. Во сколько раз объем описанного около правильной четырехугольной пирамиды конуса больше объема конуса, вписанного в эту пирамиду. Я изображу в данном случае
только лишь основание пирамиды. Правильная пирамида – это значит в основании квадрат. В квадрат мы можем вписать окружность, это значит будет основание меньшего из конусов. И около квадрата описать окружность – это основание большего из конусов. В данном случае нас интересуют только радиусы, потому что высоты у всех трех многогранников, у всех трех тел вращения в данном случае одинаковые. Обозначим это r большое, это r малое. Но так как это квадрат, то здесь у нас равные отрезочки. И можно, используя теорему Пифагора, найти связь между элементами. Кто нашел с помощью теоремы Пифагора? Молодец. Кто воспользуется углом 45 градусов? 45 градусов. И функция угла, например, там косинус или синус, это вообще замечательно. Ну а кто помнит связь между гипотенузой и катетом прямоугольного треугольника, r малое корней из двух, тот вообще хорошенечко знает свою науку и понимает меня с полуслова. Теперь надо найти нам отношение объемов цилиндров. Цилиндр, описанный около пирамиды, к цилиндру, вписанного в пирамиду. Итак, цилиндр. Ой, я сбился, не цилиндр, а конус. Конус. Пирамида – конус. Справочный материал. Объем конуса – 1/3. Площадь основания – πr1 квадрат, h1 на 1/3, πr2 в квадрате, h2. Это чисто теоретически. Теперь работаем с нашей конкретной задачей. Отношение объемов. 1/3 π сократим. Дальше. Используем радиусы, как на чертеже. R большой к R малому. R большой к R малому в квадратах. И отношение высот. Но так как у нас, я уже сказал, высоты равны, то они тоже сокращаются. И остается отношение объемов. Это отношение радиусов в квадрате. То есть r квадрат делить на r малое в квадрате. Возведя в квадрат, мы получаем r квадрат относится к r малому в квадрате как 2. Равно 2. Итак, в этой композиции или в этой комбинации объем внешнего конуса ровно в 2 раза будет больше объема внутреннего конуса. Вот такие простые закономерности. Мы с вами применили единую стандартизацию, работу с отношением объемов в нескольких задачах, уже, например, в трех задачах. Я надеюсь, это понятно и несложно. На этом сегодня мы закончим с вами работу на доске. Но дома советую обратить внимание на два сайта. Первый сайт – ФИПИ. Второй сайт – решу ЕГЭ. На этих сайтах вы найдете подразделы «Геометрия», ну и у вас будет возможность порешать и аналогичные задачи, и другие задачи. Все, спасибо за внимание. Здравствуйте, уважаемые одиннадцатиклассники! Тема нашего урока – повторение и обобщение темы неметалла, подготовка к ЕГЭ. Знания по этой теме обширны и многогранны и проверяются в заданиях ЕГЭ. Одними из самых сложных заданий ЕГЭ являются задания номер 8 закрытой части и задание номер 32 открытой части ЕГЭ. На слайде пример такого задания – задание номер 8. В задании номер 8 ученику предлагается установить соответствие между простым веществом и реагентами, с которыми данное вещество может взаимодействовать. Каждой позиции, обозначенной буквой, нужно подобрать соответствующую позицию, обозначенную цифрой. Для того, чтобы выполнить это задание успешно, необходимо понимать принципиальную возможность протекания той или иной реакции. Обращаю ваше внимание на таблицу, где обобщены и уточнены химические свойства неметаллов.
Если мы посмотрим на элемент водород, то мы понимаем, что водород не может взаимодействовать с кремнием, фосфором, с водой, с кислотами, со щелочами, но может взаимодействовать с кислородом, галогенами, серой, азотом, углеродом, также щелочными, щелочноземельными металлами и оксидами металлов. Исходя из вышесказанного, переходя к заданию номер 8, мы смотрим, да, под буквой Г у нас водород. Вычеркиваем для него строчки номер 1, потому что здесь находится серная кислота, строчки номер 3, номер 4, кислоты, соответственно, соляная и сероводородная, у нас остаются строчки 2-5, под номером 2-5. Так как в пятой строчке на втором месте стоит фосфор, а водород не может взаимодействовать с фосфором, то ответом на букву Г является цифра 2, где прописан натрий, хлор и оксид меди. Действительно, реакция водорода с натрием возможна, образуется гидрид натрия. Реакция с хлором водорода приводит к образованию хлора водорода, а реакция с оксидом меди дает нам медь и воду. Разбираем следующее простое вещество – бром. Возвращаемся к нашей таблице. Бром относится к галогенам. Галогены не взаимодействуют с кислородом, это важная особенность галогенов, но при этом взаимодействуют с водой, с огромным количеством простых веществ, а также реагируют с бинарными соединениями галогенов и серы в зависимости от вытеснительной способности. Необходимо обратиться к ряду электроотрицательности и посмотреть, какой галоген более активный окислитель. Посмотрим. Бром может реагировать с магнием. Реакция с магнием даст нам бромид магния. Может реагировать с сероводородом, вытесняя серу из соединения серы, где сера представлена в степени окисления минус 2. В данной реакции будет образовываться бромоводород и сера. Также бром может взаимодействовать с водородом, с образованием бромоводорода. То есть ответом к букве А является цифра 4. Возвращаемся снова к нашей таблице. Сера. Сера не может взаимодействовать с водой, но может взаимодействовать с большим количеством простых веществ. Сера вообще реакционоспособное вещество. Также со щелочами, концентрированной серной и азотной кислотой. Строчка номер 1. Вы видите железо. Железо реагирует с серой с образованием сульфида железа 2. Эта реакция вам известна из 8 класса. Именно в основе ваших вообще знаний по химии об уравнении химической реакции лежит это взаимодействие. Сера взаимодействует с концентрированной серной кислотой с образованием сернистого газа SO2, а также взаимодействует с хлором с образованием хлорида серы. Итак, ответом на букву Б является строчка под номером 1. Кислород не взаимодействует с галогенами, водой, кислотами и щелочами, но взаимодействует практически со всеми простыми веществами, за исключением благородных металлов, газов и галогенов, а также с соединениями, в которых элементы имеют невысокую, не высшую степень окисления. Обращаемся к нашей таблице. Кислород может взаимодействовать с магнием, сероводородом, водородом, а также железом, фосфором и металлом. То есть, да, две строчки, в принципе, подходят под наш ответ. Но так как магний является более активным металлом, значит, реакция с кислородом происходит легко, и преимущественно, конечно, мы будем выбирать четвертую строчку, ответ к ответу на задание В. То есть магний, взаимодействуя с кислородом, образует оксид магния, магний-О. С сероводородом образует сернистый газ и воду в случае избытка кислорода. И с водородом образует воду. Таким образом, ответом на задание номер 8 является последовательность цифр 41-42. А теперь перейдем к заданию номер 32 ЕГЭ. В задании номер 32 ученику предлагается последовательность действий химического эксперимента. Прочитаем задание. Нитрат железа 2 прокалили, образовавшуюся при этом смесь газов пропустили через воду, при этом образовалась кислота. В горячий концентрированный раствор этой кислоты поместили оксид железа 2. Образовавшуюся соль железа выделили и поместили в раствор карбоната калия. Напишите уравнение 4 вышеописанных реакций. Данное задание является сложным. И уравнения, которые необходимо составить, также являются сложными. Для решения этого задания вы должны досконально знать химические свойства серной кислоты, азотной кислоты, большинства неметаллов и металлов.
Для того, чтобы его решить, я предлагаю изначально ученику составить логическую схему, то есть прописать те пункты, которые заведомо точно известны. При прокаливании нитрата железа 2, формула феррум NO3 дважды, образуется смесь газов. Заметьте, не один газ, а смесь газов. И смесь газов пропускают через воду с образованием кислоты. Через раствор горячий концентрированный, раствор кислоты, в него добавляют оксид железа 2, феррум О. А дальше образовавшаяся в этой реакции в третьей соль железа взаимодействует с карбонатом калия. На прошлом уроке мы разбирали, как разлагаются нитраты. Нитрат, железо, разлагается как исключение, повышает свое, железо повышает степень окисления до плюс 3, образуется феррум 2О3, NO2 и О2. При пропускании NO2 и O2, то есть смеси газов через воду, образуется азотная кислота. Это третья стадия получения азотной кислоты в промышленности. При взаимодействии концентрированной азотной кислотой с оксидом железа 2 явно степень окисления железа 2 будет увеличиваться до степени окисления плюс 3, так как азотная кислота является сильным окислителем. А так как азотная кислота концентрированная, значит, переходить она будет в NO2, в бурый газ. Ну и последнее задание. Образовавшаяся феррум NO3 трижды, взаимодействуя с карбонатом калия, будет подвергаться гидролизу, образующийся карбонат железа, и будет выпадать осадок гидроксида железа 3 и выделяться углекислый газ. Посмотрим. Итак, на слайде представлены 4 уравнения реакции и частично даже нарисованы цвета образуемых веществ. Например, феррум 2О3 – это вещество красно-коричневого цвета. Оксид железа 2, феррум О, вещество темно-серого цвета. Бурый газ, ну, имеет такой вот, правда, бурый цвет, он еще называется лисий хвост. И осадок гидроксида железа 3, это бурый осадок, аморфный. Вот он представлен здесь на рисунке. Еще одно задание номер 32. Разберем. При взаимодействии концентрированной серной кислоты с йодидом калия был получен газ с неприятным запахом, который затем сожгли в недостатке кислорода. Образовавшееся твердое простое вещество вступило при нагревании в реакцию с концентрированной азотной кислотой. Выделившийся в результате реакции газ поглотили избытком раствора гидроксида калия. Напишите уравнение 4 описанных реакций. Итак, снова составляем логическую схему. Йодид калия будет подвергаться действию концентрированной серной кислоты. Так как йод в йодиде калия имеет низшую степень окисления минус 1 и является прекрасным восстановителем, то, скорее всего, он будет окисляться до устойчивого соединения йод-2. А сера за счет того, что является сильным окислителем, будет понижать свою степень окисления. Для восстановления серы в степени окисления плюс 6 возможно образование двух газов. Это сернистый газ SO2, который чаще всего обозначается как газ с резким запахом, а также сероводород H2S, который как раз-таки обозначается как газ с неприятным запахом. То есть, скорее всего, в первом уравнении выделяется H2S, сероводород. Во втором уравнении сероводород взаимодействует с недостатком кислорода, с образованием простого твердого вещества. Наверняка это сера. Эта реакция проходит у нас в Черном море, когда сероводород окисляется недостатком кислорода с образованием простого вещества серы, и которое снова падает на дно, где снова перерабатывается бактериями до сероводорода. Простое твердое вещество сера будет окисляться концентрированной серной кислотой. Мы также рассматривали это уравнение реакции на прошлом уроке. Сера с концентрированной азотной кислотой даст серную кислоту H2SO4, а концентрированная азотная кислота восстановится до оксида азота 4, NO2, бурого газа. NO2, пропуская через калий OH в избытке, будет диспропорционировать, образуя смесь двух солей – нитрита калия и нитрата калия. Итак, посмотрим на ответ. Йод является кристаллическим веществом, поэтому никогда не ставьте там, где йод, стрелочку вверх, в отличие от галогенов фтора и хлора. Это твердое вещество, которое очень легко возгоняется с образованием красивых фиолетовых паров. Сера является также твердым веществом, простое вещество желтого цвета, ну и бурый газ, мы уже с вами знаем, как он выглядит, NO2.
Хочу обратить внимание на последнюю реакцию еще раз. Да, эту реакцию часто забывают дети, что происходит диспропорционирование диспропорционирование азота в степени окисления плюс 4 с образованием двух степеней окисления плюс 3 и плюс 5. То есть образуется нитрит калия, калия NO2, и нитрат калия и вода. Перейдем к следующему заданию. К раствору хлорида бария добавили раствор сульфата натрия. Осадок отделили, а из полученного раствора выделили соль. Высушили ее и обработали концентрированной серной кислотой. Образовавшийся газ растворили в воде и в полученный раствор поместили железную окалину. Одно из образовавшихся при этом веществ прореагировало с раствором, содержащим перманганат калия и соляную кислоту. Итак, наша схема. Хлорид бария, реагируя с сульфатом натрия, будет давать нам осадок. Это качественная реакция на сульфаты, о чем мы говорили на прошлом уроке. То есть осадок бария СО4. Но во втором уравнении осадок нам не требуется, потому что сказано, что осадок отделили и работают с фильтратом. Соль, которая образуется в первом уравнении, натрий-хлор, хлорид натрия, при взаимодействии с концентрированной серной кислотой выделяется газ. Газ хлороводород, H-хлор, и образуется или гидросульфат натрия, или сульфат натрия. В третьем уравнении железная окалина взаимодействует с раствором газа. Мы понимаем, что раствор хлороводорода в воде – это соляная кислота, это сильная кислота, которая будет взаимодействовать с оксидами металлов. Но нам надо вспомнить, что же такое железная окалина. А это смешанный оксид железа валентности 2 и валентности 3, то есть феррум О, умноженное на феррум 2О3. Суммарно записывается как феррум 3О4. И при этом образуется несколько веществ. Дальше одно из веществ взаимодействует с перманганатом калия в кислой среде, то есть в среде соляной кислоты. Понятно, что перманганат калия, являясь сильным окислителем, должен что-то окислять, так как то есть здесь должно образоваться что-то в невысшей степени окисления. Посмотрим. Итак, действительно, два первых уравнения сопровождаются образованием осадка сульфата бария, второе уравнение сопровождается выделением хлороводорода в растворе, хлороводород переходит в соляную кислоту, и вот реакция взаимодействия соляной кислоты с железной окалиной. Образуется хлорид железа 2 и хлорид железа 3. Хлорид железа 3 перманганатом калия окислен быть в кислой среде не может быть, а вот хлорид железа 2 может, переходя в железо трехвалентное, то есть феррум хлор 3, при этом марганец в степени окисления плюс 7 понижает степень окисления до плюс 2, принимая 5 электронов, превращаясь в хлорид марганца, марганец хлор 2. Перманганат калия окрашен в фиолетово-розовый цвет. В этом году вам необходимо знать цвета, которые характерны для соединений марганца, для соединений железа. Поэтому обязательно обратите на это внимание. Ну и для того, чтобы не скучно было сидеть дома, заниматься, я предлагаю вам выполнить домашнее задание. Внимательно составьте 4 уравнения химических реакций, расставьте коэффициенты. За задание номер 32 вы получите 4 первичных балла на ЕГЭ. Тем ребятам, которым предстоит экзамен ЕГЭ в этом году, нужно очень много готовиться, нужно очень много учить. Поэтому удачи вам, всего хорошего!